Здравствуйте. Как мы можем правильно считывать страдания, которые приходят, чтобы понять, что улучшить? Как можно разрешить, как можно завершить страдания? Вся причина страдания в нашем эгоизме. То, что мы думаем о себе, а не о ближнем. Даже более того, когда мы думаем во благо о себе и во вред ближнему. И это то, что мы должны отменить, просить Творца, чтобы отменил наш эгоизм. Как должно выглядеть наше развитие по мере нашего продвижения на пути к Творцу? Как нам вести себя в это самое время? Нам нужно сейчас... Любое место, где мы видим ненависть, мы должны поменять ее на любовь. Ко всем. Это называется любовью к миру.